сегодня. Россия и Украина запустили в сторону друг друга дроны. В Сумах есть разрушения и пострадавшие. В Курской области горит склад ГСМ. Бывшие зэки, которые вернулись с войны, продолжают грабить и убивать. Существует ли за ними контроль в России и чем они опасны для общества? В Варшаве траурное шествие в памяти о белоруске, которую изнасиловали и жестко избили. Она умерла. Расскажем, как эта история вызвала большой резонанс в Польше. Трамп и Байден, вероятно, снова станут главными кандидатами в президенты США. Расскажем, как прошел супервторник и при чем тут Тейлор Свифт, Елена Зеленская и Юлия Навальная. Наша трансляция сейчас идет в Фейсбуке и Ютубе, поэтому вы можете смотреть нас там. Мы начинаем. Итак, в Одессе сегодня прогремел взрыв в момент приезда в город президента Украины. Там у Владимира Зеленского была запланирована встреча с премьером Греции. Сразу несколько греческих изданий сообщили, что целью российских войск был кортеж президента Украины. Взрыв произошел, когда он якобы находился в 150 метрах от места пребывания греческой делегации во главе с их премьером. Одесское издание «Думская» со ссылкой на свои источники в украинских властях пишет, что по Одессе ударили ракеты «Искандер» и есть и погибшие, и пострадавшие. Больше подробностей узнаем у журналистки из Одессы Ольги Дунской. Оля, что известно к этому моменту? Здравствуй, Игорь. Действительно, удар произошел именно в тот момент, когда и президент Украины Владимир Зеленский, и премьер Греции находились с визитом в Одессе. Более того, сам президент Украины подтвердил, что, к сожалению, есть погибшие. Точное количество он не сообщил, однако и погибшие, и раненые есть. Также прокомментировал удар и президент, и премьер-министр Греции, сообщив о том, что для него это было настоящим шоком, поскольку удар был максимально близко. К счастью, все-таки не попали в делегацию, однако даже среагировать времени не было, потому что от момента сигнала воздушной тревоги до самого удара прошло менее двух минут. Следует отметить, что как раз в городе в этот момент проходила также процессия похоронная по погибшим в многоэтажке, в которую попал в ночь на 2 марта беспилотник. Также люди испугались очень сильно, поскольку это также было относительно недалеко от места удара. Ну и предлагаю послушать реакции, собственно, и премьер-министра, и президента. Мы находились в Одесском порту. Президент Зеленский и его штаб показывал и объяснял нам важность порта и то, что делается для того, чтобы восстановить и усилить путь морской, украинский, и какой ущерб он получил во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрыв, который был очень близко к нам. Мы не успели пойти в защищенное место, и потому это шокирующий опыт. Мы понимаем, что эта война касается всех, и нет людей, которые находятся вне этой войны. Знаю, что есть жертвы, знаю, что есть загибли, есть поранені. Чи це удар мої співчуття, будь ласка, прийміть. Але ви бачите, все одно є це військові або цивільні, хто б не був, є гості міжнародні. Цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо. Це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. Краще всього це система протиповітряної оборони. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, в частности, чтобы была возможность и оперативно ликвидировать и ударные дроны, которыми ночью обстреливали Одесскую область, в частности, и также само противостоять российским ракетам. Оля, а как прошли сами переговоры, до чего договорились? Премьер-министр Греции заявил о том, что готовится подписать гарантии безопасности Украины, что он поддерживает Украину по всем 10 пунктам, о которых идет речь. Также он выразил свою готовность стать частью той команды, которая будет возрождать Одессу, поскольку во время своего визита они посетили и Спасо-Преображенский собор, который пострадал от российских ударов, и многоэтажку, которая была разрушена, и выразил готовность все-таки восстанавливать город вместе. Предлагаю послушать. И мы потребуем больше ППО, попри всі складнощі. Ми відкрили море для руху суден, змогли зняти абсолютно злочинну російську блокаду наших українських портів. Станом на сьогодні ми наближаємось до обсягу 30 мільйонів тонн вантажів, опрацьованих для експортного
морського коридору у час повномасштабної війни. А Ольга Дунская об ударе России по Одессе в момент визита президента Украины и премьер-министра Греции о самих переговорах. Еще один удар российской армии пришелся сегодня по поселку Боровая в Харьковской области. Есть погибший. Это 70-летний мужчина. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, еще 7 человек получили ранения, из них 3 – дети. Жертв могло быть больше, но удалось оперативно оказать первую помощь, а украинские пограничники, которые находились неподалеку, помогли вытащить людей из-под завалов. Очевидцы опубликовали кадры того, как это происходило. Медики! Тихо! Тишина! Глаза, пацаны, вытрите ей глаза. Глаза, трошки, протрите ей глаза. Женечка, молодец. По последним данным, 23 человека пострадали в результате взрыва на Шаганарской теплоэлектростанции. Она находится в Российской Республике Тыва. В телеграм-каналах публикуют видео, и, как утверждается, это момент взрыва на электростанции. Проверить подлинность именно этих кадров мы не можем, но можем увидеть последствия. Это уже официальные кадры МЧС России. По информации местных чиновников, котлы ТЭЦ не пострадали. Взрыв произошел в месте подачи топлива. Точные причины происшествия выясняются, но Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Всего в городе, где находится ТЭЦ, проживают около 12 тысяч человек. После аварии без отопления и горячей воды осталась треть жителей. Сейчас в Шаганаре уже глубокая ночь, и температура воздуха около 20 градусов мороза. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Взрыв также произошел в Курской области. Беспилотник попал в Михайловский горно-обогатительный комбинат. К тому же за одно утро предприятие было атаковано дважды. Кадры последствий публикуют российские телеграм-каналы. Издание агентства пишет, что этот комбинат поставлял сырье компании «Уральская сталь», которая, в свою очередь, была поставщиком производителя бронетехники «Уралвагонзавод». На самом комбинате сообщили, что первый дрон попал в резервуар с топливом. Начался пожар. Позже предприятие атаковал второй дрон. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пострадавших в результате атаки на комбинат нет, и обвинил в произошедшем Украину. Дорогие друзья, сейчас обращаюсь к своим землякам. К сожалению, территория Курской области подвергается обстрелам, и наверняка террористическая, националистическая Украина будет продолжать свои агрессивные действия в наш адрес. К слову, про агрессивные действия России против Украины губернатор в своем обращении не вспомнил. Официально Киев не брал на себя ответственность за эту атаку. При этом издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванных официальных представителей в силовых ведомствах пишет, что удары по комбинату в Курской области – это спецоперация Главного управления разведки Украины. А издание агентства пишет, что, вероятно, металлургические предприятия стали новой целью украинских беспилотников в России. 24 февраля атаке подвергся Новолипецкий металлургический комбинат, чья продукция, по данным издания «Проект», используется для производства оружия, военной техники и экипировки. Ну и здесь стоит, конечно, напомнить, что взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в России тоже стали регулярными. Сирены тревоги сегодня звучали по всей России и на оккупированных ею территориях. Все это в рамках плановой проверки экстренных систем оповещения. Вот как это выглядело на практике. Видео жители разных регионов публиковали в своих социальных сетях. Хотя не во всех регионах звучали именно сирены, в Санкт-Петербурге вместо сирены звучала музыка «Полонез» из оперы Чайковского «Евгений Онегин». Заменить традиционный звук сирены на музыку распорядился губернатор Петербурга Александр Беглов. Видимо, чтобы население не волновалось и не пугалось. Хотя для некоторых российских регионов звук сирен стал звучать все чаще. И это не учебные тревоги.
В Украине, в городе Сумы, в результате российской атаки пострадали 7 человек, среди них 10-летний ребенок. Это данные местных властей. Все они обратились за медицинской помощью. Под удар попали жилые дома, более десятка получили повреждения, также частично разрушено здание детского сада. Еще один удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры города, говорят в местной военной администрации. Всего Россия этой ночью выпустила по Украине 42 шахеда. В воздушных силах ВСУ сообщают, что сбить удалось 38 из них. Известно также, что один из дронов повредил объект инфраструктуры в Хмельницкой области. Несколько населенных пунктов из-за этого были обесточены. Сегодня же в Одессе, как рассказывала в своем включении Ольга Дунская, продолжили прощаться с жертвами атаки российских дронов 2 марта. Подробности в следующем сюжете. Два белых гроба, большой и поменьше, для погибших Анны Гайдаржи и трехмесячного Тимофея. Мама с сыном спали в квартире на втором этаже подъезда, куда 2 марта прилетел российский дрон. Муж вышел в соседнюю комнату в момент тревоги, поэтому выжил. Я не знаю, скільки в нього сили, щоб витримати той біль. Враховуючи, що Сергій руками розбирав ті камінця, шукав свою дружину. Він дуже часто її називав «любіма». Я знаю, що вона дуже часто казала про те, що вона хоче зменшити обсяг своєї роботи для того, щоб більше часу приділяти своїм дітям. Атака російським дроном унесла життя 12 чоловік, із них 5 діти. Второй день в Одесі хоронять погибших. Анна Чебан работала педіатром в районній поліклініці. На похороны пришли ее пациенты, многие из которых уже взрослые. Она с дочкой выезжала, или с внучкой выезжала за границу, когда война началась, там какое-то время побыла, потом вернулась вот назад. У нее здесь дача была, у нее квартира была. Она хотела сделать документы для своих детей, чтобы все у них, чтобы у них не было проблем. Ну, видите, как вышло. А так, на коленях, под звук украинской песни «Плыны кача», одесситы встречали поминальную процессию супругов Олега и Татьяны Кравец. Эта мелодия традиционно звучит на похоронах украинских военных. Супруги Кравец тоже военнослужащие, но погибли в своей квартире. Не просто в трауре. Мене сьогодні всі не просто в шоке від цієї події. Такого ще не було. Я служу священником 32 роки, ну, повірте, я ще не бачив такого жаху. Благословений Господи, на очі на подолі. Танечка, йдемте на вулицю. Таня, я вас прошу, йдемте. Татьяна и Олег воспитывали 4 детей. Лишь младшая, 7-месячная Лиза, была их общим ребенком. Остальные 3 – дети Татьяны от первого брака. В результате удара погибли родители и 3 из 4 детей. Лизу Татьяна пыталась закрыть собой. Ее так и нашли в объятиях мамы. Старший сын выжил. В день удара он был в селе у бабушки. Просто чудом приїхав сюди жінчин син. От він такий гарний хлопчинка, футболіст, все такий. От і а вони, я так зрозуміла, що мали приїхати в суботу всією сім'єю сюди. На жаль. Попрощаться с семьей Кравец пришли несколько сотен одесситов. В дни, когда идут похороны, в Одессе звучат взрывы от очередных атак российских дронов и работы ПВО. Григорий Пырлик. Настоящее время. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о российских потерях после удара по кораблю «Сергей Котов». Там заявляют о том, что в результате этой атаки были ранены по меньшей мере 27 членов экипажа. Также, по их данным, безвозвратные потери, к ним относятся погибшие и тяжело раненые, составляют 7 человек. В свою очередь, наши коллеги из «Радио Свобода» совместно с волонтерами установили точную геолокацию атаки на корабль «Сергей Котов». Это произошло в 23 километрах южнее Крымского моста и в 8 километрах от берега. Британской разведке заявили, что потери корабля «Сергей Котов» ограничит свободу маневра военно-морского флота России в Черном море. Минобороны России, в свою очередь, не комментировала атаку ВСУ на корабль, но ее активно обсуждают Z-блогеры и военкоры.
В России заключенный за убийство в Саратовской области получил помилование за то, что подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Вернувшись с фронта, он вновь совершил убийство, избил свою девушку, сбросил ее в погреб и пытался отрезать ей голову. До подписания контракта с ЧВК «Вагнер» он отбывал свой уже второй срок за убийство жительницы Вольского. Он нанес ей 79 ударов ножом и был осужден на 16 лет, но вышел через 2 года, чтобы отправиться на войну с Украиной. А еще ранее, в 2010 году, свой первый срок он получил за жесткое убийство мужчины. Тогда он нанес ему 59 ударов ножом, воткнул ножницы в грудь и вбил гвозди в глаза. Сейчас мужчина задержан, ему грозит новый срок. И это далеко не первое преступление, которое совершают бывшие заключенные, которые подписали контракт с ЧВК «Вагнер» или Минобороны России и получили помилование. И вот на фоне таких новостей в Госдуму внесли законопроект, который вовсе позволит избежать уголовного наказания тем, кто заключил военный контракт во время войны с Украиной. То есть, если человек, например, совершил убийство, грабеж или любое другое уголовное наказание, может просто пойти на войну и, по сути, избежать наказания. Ссылаются депутаты, я процитирую, на успешный опыт помилования с заключенными. О том, что происходит с такими помилованными, вернувшимися с войны, расскажет Дмитрий Кожурин. В Чите Цариндаржица Ринджапова приговорили к 14 годам колонии за убийство девушки в селе Угдан. Цариндджапов – ветеран войны России против Украины. На фронт он попал из тюрьмы. Свой первый 14-летний срок мужчина также получил за убийство. В 2020 году он расчленил 18-летнюю девушку. Наемник ЧВК «Вагнер» Сергей Шахматов ранее был судим за мошенничество и кражи. Вернувшись с войны в Украине, он изнасиловал 2 несовершеннолетних девочек и был приговорен новосибирским судом к 17 годам колонии строгого режима. В послании Федеральному собранию 29 февраля Владимир Путин заявил, что участники СВО – новая элита России. Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди. Этот же самый гражданин по фамилии Путин, значит, утверждал летом прошлого года, что вот смотрите, рецидивов-то у нас как мало. Вот как он сказал, я сейчас попытаюсь вспомнить эту цитату, что обычно у нас рецидивы освобожденных заключенных – это 40% случаев, а тут вот, смотрите, 0,4%. С 1 марта ветераны так называемой СВО смогут принять участие в новой кадровой программе «Время героев». Подготовить компетентных, высококвалифицированных руководителей, имеется в виду и действующие, и бывшие военные, для последующей работы в органах госвласти и муниципальной власти, а также для работы в госкомпаниях. А в Иркутске бывшие наемники после прохождения специальных курсов смогут преподавать в школах основы безопасности и защиты Родины. Конечно, те из них, кто не угодит за решетку. В конце февраля в Челябинске пьяный участник войны Никита Сидоров убил свою бывшую девушку. Женщина отказалась пустить ветерана в квартиру. Он забрался внутрь, через балкон, и убил ее на глазах 3-летнего сына. Система говорит, а знаете, вот этот человек убил и изнасиловал, и сел, не отсидел срок, пошел еще, поубивал. Это они называют «отмыл кровь», вернулся героем. То есть система говорит, чем больше ты убиваешь, чем больше ты проявляешь насилие, чем больше ты совершаешь насильственных преступлений, тем вероятнее ты герой. Пополнить ряды российских чиновников по программе «Время героев» может и кемеровский убийца Владислав Канюс, запытавший до смерти свою бывшую девушку Веру Пехтелеву. В апреле прошлого года приговоренный к 17 годам колонии за убийство с особой жестокостью Канюс получил президентское помилование и отправился воевать в Украину. Уже осенью он оказался на свободе. Судимость с него снята. Родители Веры Пехтелевой получили ответ из военной прокуратуры. Согласно документу о текущем местонахождении Канюса, силовикам ничего не известно. Дмитрий Кожурин. Настоящее время. Обсудим эту тему. К нам присоединяется Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер. Для начала хочется понять масштаб, потому что ощущение складывается, когда мы готовили эту тему, когда готовили этот сюжет, что, да и новостные сводки, на самом деле, нам говорят о том, что чуть ли не каждый день те люди, которые освободились за то, что пошли на войну с Украиной, воюют в Украине против Украины, они совершают преступления, убийства, грабежи, разбои. Какую тенденцию видите вы? Давайте сначала разберемся со статистикой. Пригожин покойный говорил, что он выпустил на свободу 32 тысячи человек. Угу. После того, как он забрал их из тюрьмы, они были помилованы президентом, это те, кто остались живы. По нашим данным, их было чуть меньше, возможно, даже значительно меньше, 1025, но не 32. Дальше набирали из тюрем на войну Министерство обороны. Ровно на тех же самых условиях. Там были хуже условия денежные, но помилование тоже им было гарантировано. Это было с 1 февраля прошлого года. Они набрали больше, чем Пригожин, значительно больше, чем Пригожин людей. То есть мы можем сейчас сказать о том, что на свободе находится не меньше 50 тысяч бывших заключенных, которые получили президентское помилование секретным президентским указом. Но что на самом деле произошло? На самом деле произошел такой казус Пригожина. Под Пригожина нет, а дело его живет. Ведь никто не подозревал, что Пригожин поссорится с Шойгу и Герасимовым. А то, что Пригожин увел своих головорезов, свой ЧВК «Вагнер» из-под Бахмута, это, собственно, следствие этой ссоры. И поэтому он распустил свое войско в России. Они все остались с подписанными контрактами, но уже к Пригожину не вернулись, было некуда. Минобороны, которое пришло вслед за Пригожиным, не могло предложить условия худшие, чем у Пригожина. Поэтому то же самое помилование оставалось. И что получилось? Получилось, что мобилизованные и контрактники, они остаются воевать до конца войны. А заключенные через полгода летят домой белым лебедем, и там снова совершают преступления, а почему бы им их не совершать? И тут мы переходим к нашему сегодняшнему законопроекту. Но прежде чем к нему перейти, давайте возьмем немножко статистики. Ивановская область. Ивановская область – очень средняя область. Вот по ней можно мерить вот именно что среднюю температуру по больнице. В ноябре прошлого года на правительственном совещании очень мало откуда эти цифры вылезают. Из Ивановской области цифры вылезли. Глава ОМВД в Ивановской области сообщил, что в область на ноябрь прошлого года вернулось 358 бывших заключенных, из них больше половины снова сели в тюрьму за совершенные преступления. А дальше наступает страшно интересный момент. Вот вагнеровец или человек, который остался на свободе, потому что прослужил полгода уже в подразделениях Министерства обороны. Вот он совершает новое преступление и снова попадает в тюрьму. Но он же при этом уникальный кадровый резерв, он уникальный военный товар. Это человек, который уже прошел уже войну. У него есть опыт. И у него есть, конечно, стремление не сидеть дальше, а снова отправиться на войну. Он уже это умеет, он все знает. А таких рецидивистов тоже отправляют? Конечно. Вопрос, каким образом? Он ведь уже был помилован. Нельзя миловать два раза. Ага. Так вот. И в этот момент было принято решение. И надо сказать, что сегодня как раз Павел Крашенинников, глава комитета по законодательству, который представлял сегодня свой проект, он именно это и сказал. Он сказал, это очень закамуфлировано, но вы сейчас поймете, о чем речь. Он что сказал? Я цитирую. Действующий сегодня закон был принят в 2023 году. Да-да, летом 2023 года. И он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с вооруженными силами для участия в СВО и дал им соответствующие гарантии. Гарантии помилования. Документ носит временный характер. Распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. Но практика показала, по-прежнему я цитирую Крашенинникова, что механизм рабочий. Предложенные нормы могут быть систематизированы
и вынесены в отдельные статьи УК и УПК. То есть закрепляется уже в кодексах то, что действует с лета 23-го года. Угу. Что действует? Путин прекрасно понимал и понимает, что его именем, именем царя, да, помилованы 50 тысяч головорезов, которые совершают преступления. Дальше это продолжаться не могло. Но это и так было внепланово. Я уже ссылалась на то, что это было, собственно, за Пригожина, который со всеми поссорил. И с 23-го года, с лета, Крашенинников принял закон, это была его инициатива, что больше никакого помилования не будет. И с 1 октября заключенных, их как забирали из колонии на войну, так и забирают, ничего не изменилось. Их забирают по 30-40 человек из каждой колонии ежемесячно. Это конвейер, это хорошо работающий конвейер. Только они выходят уже не по помилованию, они выходят условно. Их условно как бы выпускают из тюрьмы, и они идут на фронт. Это уже бессрочно. То есть у нас сейчас в марте, вот до конца марта, выйдут на свободу те, кто был завербован в сентябре. Вот они получат помилование, и, собственно, это все. Больше никто с войны не вернется. Они будут там до конца. Но, смотрите, Министерство обороны и, собственно, Пригожин уже забрали из мест лишения свободы больше 150 тысяч человек. А там было 420 тысяч на момент начала войны. И забирают еще, еще, еще. То есть если в бассейн труба А вливает там по 1000 человек в месяц, да, вновь осужденных, то выливается гораздо больше. Тюрьмы пустеют. Собственно, от этого там строительство, от этого очень много чего, но это уже отдельная тема. Тюрьмы пустеют, поэтому где брать еще резерв? Мобилизация. Нет, 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 в СИЗО. В СИЗО, конечно. И человек, который совершил преступление, это может быть вагнеровец, это может быть уже прошедший войну человек или впервые попавшийся. Он может заключить сделку со следствием, о чем и говорится в законе. То есть это уже действовало, уже примерно год как действует. А теперь это вносится в уголовный кодекс и в уголовно-процессуальный кодекс. Как само собой разумеющееся, они собираются воевать долго до того, что эта мера уже вносится в УК и УПК. Они собираются воевать долго. Безумие. И теперь вот этот человек, который попадает только под следствие, говорит: так, я не хочу суда, не хочу судимости, хочу на войну. Дорогой ты мой, welcome. И не Ольга, надо никакого суда. Да. Спасибо вам большое. Как всегда, подробно развернутые комментарии. Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Благодарю вас. Спасибо. Журналиста Романа Иванова в среду приговорили к 7 годам колонии общего режима по статье о так называемых фейках о российской армии. Иванов был задержан прошлой весной из-за публикации во ВКонтакте и телеграм-канале «Честная Королевская», где писал о расправах российских солдат над мирным населением в Буче и других военных преступлениях российской армии. На прошлой неделе в своем последнем слове Роман Иванов заявил, что в России нет ни правосудия, ни политики, а страна превратилась в лавину горя. Своей вины журналист так и не признал. Правозащитный проект «Мемориал» признал Романа Иванова политическим заключенным. Вот кадры, на которых показано, как Иванов сегодня выходил из зала суда после оглашения приговора, точнее его выводили. Нельзя жить, не с тобой! Не с тобой, граждане России! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Папа, мы тебя любим! Еще после того, как Роман Иванов был помещен в СИЗО, его поставили на профилактический учет как лицо, изучающее, исповедующее или распространяющее экстремистскую идеологию. На такой же учет был недавно поставлен находящийся в заключении оппозиционер Илья Яшин. А летом 22 года бывшая глава уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. Мой сын Иванов Роман Викторович очень хороший человек, сколько я его знаю, он кошки не обидит. То, что сейчас ему предъявляют, это все сфабриковано, потому что он в городе Королеве надоел администрации.
Это все идет оттуда. Это дело заказ. Президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили почти во всех штатах в супервторник, предварительных внутрипартийных выборах за право баллотироваться в президенты от Демократической и Республиканской партии. Накануне голосование прошло в 15 штатах и территории американского Самоа. У кандидата от демократов нынешнего президента Джо Байдена нет серьезных оппонентов во время этой избирательной кампании. Он получил голоса делегатов почти во всех штатах, кроме американского Самоа. У республиканцев в большинстве штатов прогнозируемо победил Дональд Трамп. И по предварительным данным, лишь в одном штате, в Вермонте, победу одержала бывшая посол США в ООН Ники Хейли. Впрочем, Хейли, которая была единственной соперницей Трампа, сегодня уже заявила, что снимает свою кандидатуру в борьбе за номинацию от республиканской партии. Однако она не стала призывать своих сторонников голосовать за Трампа. По всей вероятности, Дональд Трамп станет кандидатом от республиканцев на съезде нашей партии в июле. Я поздравляю его и желаю ему всего наилучшего. Я всегда была консервативной республиканкой и всегда поддерживала кандидата от республиканцев. Но в этом вопросе, как и во многих других, Маргарет Тэтчер дала хороший совет. Она сказала: «Никогда не следуйте за толпой. Всегда принимайте решения самостоятельно». После выхода Хейли из гонки, по прогнозам аналитиков, Байден и Трамп сосредоточатся на атаках друг друга. Байден уже заявил, что Трамп может отбросить Америку назад к хаосу. В свою очередь, Трамп осудил Байдена за его экономическую и внешнюю политику, отдельно отметив ситуацию на границе с Мексикой. Результаты сегодняшнего голосования ставят американский народ перед четким выбором. Будем ли мы двигаться вперед или позволим Дональду Трампу отбросить нас назад к хаосу, разобщенности и мраку, которые определяли его срок пребывания в должности. Сейчас происходят худшие вещи. То, что происходит сейчас, немыслимо. То, что происходит на границе, немыслимо. Миллионы людей вторгаются в нашу страну. Это вторжение, это худшее вторжение. Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным. Мы никогда не сталкивались с подобным. Ни в одной стране никогда не было ничего подобного. Там может быть около 15 миллионов человек. Это люди, которые приезжают из опасных мест. Уже завтра президент США Джо Байден выступит перед обеими палатами Конгресса с ежегодным посланием о положении дел в стране. В этом году на мероприятие были приглашены первая леди Украины Елена Зеленская и вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия. Однако, по информации американской газеты «Вашингтон Пост», обе от приглашения отказались. Все подробности расскажет Игорь Шевчук. По информации Washington Post, Юлия Навальная и Елена Зеленская на выступлении Джо Байдена перед Конгрессом должны были стать гостями первой леди США Джилл Байден. По задумке, россиянка и украинка, сидящие вместе с американской первой леди, должны были символизировать сопротивление российскому президенту Владимиру Путину. Однако Зеленская присутствовать отказалась, как объяснили в офисе украинского президента, из-за накладок в графике. Из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заранее был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии. По информации Washington Post, Зеленская и Навальная, как символы сопротивления Путину, должны были стать мощным фоном для выступления Байдена. Однако, если верить источникам Washington Post, возможное присутствие Навальной вызвало дискомфорт в Киеве. Образ ее мужа, российского оппозиционера Алексея Навального, который в прошлом месяце умер в российской тюрьме, в Украине омрачен его прошлыми заявлениями о Крыме. После аннексии России украинского полуострова в 2014 году Навальный заявил, что Крым является частью России и в обозримом будущем не станет вновь частью Украины. Позже, уже находясь в российской тюрьме, Навальный изменил свою позицию и поддержал территориальную целостность Украины в международно признанных границах 1991 года. Впрочем, вдова Навального Юлия также отказалась посетить выступление Байдена, якобы из-за усталости. Муж Юлии умер 2 недели назад. Все это время она была в разъездах. Сегодня первый день, когда она вообще была дома. Как и любому человеку, ей нужно время, чтобы прийти в себя. Поэтому, хотя она очень ценит приглашение, сейчас ей нужно хотя бы немного прийти в себя.
При этом, по информации «Вашингтон-Пост», Белый дом мог не проинформировать Киев об отказе Навальной. Впрочем, как отмечает газета, присутствие Навальной могло быть не единственной причиной беспокойства Киева. Дело в том, что сейчас Украина активно лоббирует выделение пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов и пытается склонить на свою сторону именно республиканцев в Конгрессе. Поэтому, а также на фоне предвыборной кампании в США, в Киеве не хотят, чтобы Украина ассоциировалась в Вашингтоне исключительно с Байденом. Игорь Шевчук, «Настоящее время». Обсудим эту тему, а также «Супервторник». С нами Максим Несветайлов, политолог, эксперт-международник. Здравствуйте. Добрый вечер. Максим, как вам видится эта история с приглашением Зеленской и Навальной? Почему Белому дому это было важно? Ну, почему Белому дому это было важно, это более простой вопрос на самом деле, потому что действительно, как и вот было сказано в сюжете, Байдену нужно было показать какую-то, знаете, системность в решении проблемы, что вот работа ведется, есть единство между даже украинцами и россиянами в борьбе против путинского режима, и он возглавляет эту всю историю. Но мне кажется, это такая была задумка в его окружении. Его консультанты так думали это медийно продать, показать. И действительно, ну, не знаю, насколько бы это на самом деле сработало, потому что у меня это больше вызывало ассоциации. Как вот помните, в самом начале полномасштабной войны Папа Римский там... Знаете, у меня ровно такая же ассоциация сегодня в течение дня пришла. Да, вот буквально, когда Папа Римский там российского и украинского ребенка там обнимаетесь, смиритесь, дружите, вот что-то такое. У меня лично это как тогда вызвало ощущение кринжа, так бы и в этой ситуации. Кринж — это стыд. Но здесь же Байден показал, что есть даже здравые силы в России, которые против Путина, и, естественно, Зеленская как символ, как Украина, которая борется против Путина. Ну, знаете, это опять продвижение того нарратива, что мы не воюем с Россией, а мы воюем непосредственно с Путиным. Вот как будто это все, что есть плохого в России, это только Путин. А миллионы, десятки миллионов людей, которые поддерживают его политику, это они ни при чем, это все Путин. Вот. Этот нарратив, он не совсем отвечает действительности, скажем так. Вот. И, ну, снова, вот мне вот главный вопрос у меня тоже, знаете, я думал об этом на протяжении дня, потому что когда эта информация появилась утром, и во время одного из эфиров у меня спросили мое отношение, вот правильно ли сделала первая леди, что она отказалась от этой встречи, и я ответил, что да, я поддерживаю именно такое решение, потому что, ну, это не тот момент, не то место, чтобы экспериментировать с информационным позиционированием. В первую очередь, смотрите, если мы говорим о внутренней политике, то, как вы сами понимаете, Алексей Навальный в силу неких его заявлений, он не пользовался сильной популярностью в Украине. И если кто-то, в принципе, интересовался чуть глубже, чем история с бутербродом, то там есть еще много вопросов к его участиям там, в определенных русских маршах и к определенным видеороликам, где можно было даже увидеть некие определенную шовинистическую риторику, даже так. Но это как бы... Да, это мы немного глубоко в историю зарываемся. Я в целом понял, да, как бы позицию, безусловно, как бы для Украины. Понятно, позиция Украины в этом вопросе. А что касается супервторника, вернусь ко второй, собственно, нашей теме, которая так или иначе связана, безусловно, с США. Все-таки в борьбе за кресло президента сойдутся Трамп и Байден, как думаете? Ну, видимо, других вариантов уже не осталось после того, как Ники Хейли заявила о том, что она свою кандидатуру снимает. Да, по традиции, казалось бы, она должна была бы
выслать свою поддержку кандидату от республиканской партии. Она этого не сделала, она так очень аккуратно обошла всю эту историю с тем, что как бы вроде бы и поздравила Трампа с тем, что он одержал верх, но не призвала своих избирателей голосовать за него. Вот. Была еще какая-то интрига по поводу вот того, будет ли она идти до конца, чтобы попробовать по максимуму накопить свой капитал политический на будущее. Ну, было очевидно, особенно по итогам супервторника, что как бы вариантов у нее на победу нет, на прохождение во второй тур, этот условный. Но, видимо, в штабе посчитали, что затраты, которые будут, и результаты, которые они получат, они как бы не соотносятся с действительностью. Может, ну, будут еще какие-то кандидаты независимые, как и всегда, но опять же они наберут какие-то смешные проценты, потому что политическая традиция, она до сих пор очень сильна с представлением именно демократа, республиканца, хотя и с каждым годом все увеличивается количество людей, которые себя не относят ни к той, ни к иной партии и не имеют симпатий в плане кандидатов от республиканцев или демократов. Поэтому, ну, главная опасность для Трампа она миновала. Я имею в виду, вот мы уже видели решение Верховного суда о том, что его не будут исключать из предвыборной гонки. Поэтому... Но не миновало, если в игру вступит Тейлор Свифт. Вот это удивительная история, честно говоря. Певица Тейлор Свифт может якобы изменить итоги выборов, если публично поддержит Байдена. Как вам кажется, она пойдет на это, сделает? С Тейлор Свифт очень интересная реакция, очень интересная история, прошу прощения. Многие в Украине, да, думаю, в России, в других странах, особенно да, в принципе европейских, и в нашем регионе так точно, ну, не настолько она у нас культовая и популярная личность, да, знаменитость, но у нас не понимают уровня личности, масштаб личности ее в Соединенных Штатах. Я напомню, это та певица, которая стала человеком года по версии журнала Time. И это, ну, как бы для Америки это главная личность этого года в мире, в принципе. Вот такой ее масштаб личности сейчас в Соединенных Штатах. Это не секрет, что она поддерживает Байдена. На предыдущих выборах она открыто выступала в его поддержку. И, видимо, она будет продолжать активно высказываться по этому поводу, потому что перед супервторником она в Инстаграме опубликовала призыв к тому, чтобы все шли голосовать, потому что здесь еще нет непосредственно столкновения, когда-то просто чтобы шли и голосовали. Это как инструмент активизации молодежи. У нас как раз, Максим, извините, я вас перебью, у нас как раз просто блог дальше заготовлен непосредственно для наших зрителей и объяснить тоже, кто такая Тейлор Свифт. Мы покажем, безусловно, этот пост. Максим, я благодарю вас. Время эфира, к сожалению, поджимает. Максим Несветайлов, политолог, эксперт-международник, благодарю вас. Ну и вот то, о чем мы, собственно, говорили с нашим гостем. Тейлор Свифт, одна из самых популярных певиц, ну, во всяком случае, в США точно, но и в мире в том числе, призывает американцев голосовать в супервторник. Пока не за Байдена, только голосовать именно в супервторник призвала. Давайте послушаем именно это заявление. Я хотела напомнить вам, ребята, проголосовать за людей, которые наиболее представляют вас во власти. Если вы этого еще не сделали, спланируйте голосование сегодня. При этом Свифт ничего не сказала о своих политических предпочтениях, а ведь это одна из главных интриг последних недель в США. Поддержит ли Свифт действующего президента Джо Байдена? Популярность певицы так велика, что ее личный голос может повлиять на итоги выборов. Этого опасаются республиканцы. И на это надеются демократы. Согласно некоторым опросам, 18% американцев уверены, что Байден и Тейлор Свифт вообще работают в сговоре. Подробнее о феномене этом Тейлор Свифт расскажет Ольга Бешлей.
Сможет ли Тейлор Свифт повлиять на ноябрьские выборы в США? За кого голосуют поклонники Тейлор Свифт? Правда ли, что Тейлор Свифт тайно работает на Пентагон? Этими вопросами которую неделю задаются правые американские медиа, например, телеканал Fox News, да и сами американцы, вернее, часть из них. Университет Монмута в феврале решил выяснить, какое количество американцев верит, что правительство США тайно работает с Тейлор Свифт, чтобы она помогла победить Джо Байдену на выборах президента. Результаты вы видите. Почти каждый пятый американец верит, да, существует этот тайный политический заговор. Тейлор Свифт поддерживала Байдена на прошлых президентских выборах в 2020 году. Газета New York Times в этом январе написала, что в команде Байдена снова рассчитывают заручиться поддержкой певицы. Ведь с 2020 года ее влияние в США, да и по всему миру, только росло. Тейлор Свифт 34 года. У нее уже 10 музыкальных альбомов, и вот-вот выйдет 11-й. Ее песни стабильно возглавляют музыкальные чарты. Альбомы разлетаются миллионами копий в первые недели продаж. Личное состояние, по данным Bloomberg, превысило $1 миллиард. Фильм о последнем концертном туре попал в Книгу рекордов Гиннесса. На ее Инстаграм подписаны почти 300 миллионов человек. А в феврале она стала первой исполнительницей в истории, которая получила 4-ю премию Грэмми за лучший альбом. Ее, кстати, здорово захейтили за эту церемонию, потому что Тейлор, получая статуэтку из рук Селин Дион, позволила себе отвернуться от легендарной певицы, то есть проявила неуважение. Господи, откуда я это знаю? В общем, если вы ничего не слышали о Тейлор Свифт, это значит, что у вашего музыкального пузыря феноменальная непроницаемость, потому что люди по всему миру буквально сходят по ней с ума. Ради Тейлор я бы поехала через весь мир, чтобы увидеть ее. Я приезжаю на концерты Тейлор Свифт уже около 10 лет с парой друзей. Поговорка «никогда не встречайся со своими героями» к ней вообще неприменима. Она такая потрясающая. Она действительно большой пример для подражания. Творчество певицы изучают в университетах, а экономисты говорят об эффекте Тейлор Свифт и даже об инфляции Тейлор Свифт. Вот вам немного свифтономики. Певица сейчас в концертном туре «Эрос». Он начался в ноябре 2022 года и закончится в ноябре 2024 года. Газета «Вашингтон Пост» оценила экономическое влияние этого мероприятия. $1300. Столько в среднем потратил каждый фанат Тейлор на мерч, проезд, билеты и дополнительные услуги на концерте. 3300 новых рабочих мест можно создать в Калифорнии за счет доходов штата после 6-дневной остановки тура Тейлор в Лос-Анджелесе. $208 миллионов заработала только гостиничная индустрия. Почти $6 миллиардов. Столько, по оценкам, получит экономика США к концу тура Тейлор. Как пишет газета, этого достаточно, чтобы раздать по $440 каждому жителю штата Пенсильвания, где родилась Свифт. Или почти достаточно, чтобы отправить каждому американцу $20. А теперь вернемся к американской политике. Международная интернет-компания YouGov отслеживает общественное мнение с помощью ежедневных опросов. С 30 января по 1 февраля провели опрос по Тейлор Свифт. Респондентами выступили 1000 человек. 32% опрошенных в той или иной степени оказались поклонниками творчества певицы. 21% опрошенных считают, что Тейлор должна публично поддержать одного из политических кандидатов. 33% уверены, что по политическим убеждениям она демократка. 38% опрошенных убеждены, что если Тейлор поддержит Байдена, это в той или иной степени окажет положительное влияние на его кампанию. Ну а теперь мое любимое – конспирология. Как я уже говорила, часть американцев верят, что Тейлор Свифт находится в эпицентре политического заговора. Эта теория расцвела после того, как певица начала встречаться с Трэвисом Келси, звездой команды NFL Kansas City Chiefs. Среди республиканцев возникло убеждение, что победа Chiefs будет сфальсифицирована на самом популярном футбольном турнире США в Суперкубке, а Свифт воспользуется победой своего парня, чтобы объявить о поддержке Байдена. В итоге Chiefs и правда победили на Суперкубке, но Тейлор не объявила о поддержке Байдена, а сам Байден потроллил конспирологов в Инстаграме. Выложил себя в образе темного Брэндона – это американский мем о темном альтер-эго Байдена – и написал, намекая на победу Chiefs. Все, как мы и планировали. Наконец, прямо о тайном сговоре с певицей Байдена спросил ведущий вечернего шоу на канале NBC в конце февраля. «Откуда вы взяли эту информацию?» – спросил Байден в ответ и добавил. «Она засекречена». Что ж, пока мы увидели, что Свифт призвала своих поклонников участвовать в выборах и ничего не сказала о своих личных предпочтениях.
Ну и позволю себе несколько комментариев после нашего сюжета. Тейлор Свифт. Кто это? Я первый раз слышу, кто такая Тейлор Свифт. И мой любимый комментарий под нашей трансляцией в YouTube. Теперь понятно, какую Свифт хотели отключить. Перейдем к другим темам. Юлия Навальная сегодня призвала поддержать акцию «Полдень против Путина». Эту идею поддержал, собственно, сам Алексей Навальный, когда был жив, перед выборами президента России. Навальная призвала прийти на выборы в 12 часов дня 17 марта в полдень, то есть в последний день голосования. Она также вновь поблагодарила всех, кто пришел проститься с политиком на Борисовское кладбище в Москве. Привет, это Юлия Навальная. А это вы, самые лучшие, самые смелые, самые честные люди нашей страны. Люди, которые дарят мне надежду. До тех пор, пока мы есть друг у друга, ничего не закончилось. Нам нужно использовать день выборов, чтобы показать, что мы есть и нас много. Даже если вас заставили голосовать раньше, ничего не помешает вам 17 марта в 12 часов заглянуть на участок. Самое главное – прийти. Это очень простое и безопасное действие. Его нельзя запретить. И оно поможет миллионам людей увидеть единомышленников и осознать – мы не одни. Нас окружают люди, которые тоже против войны, против коррупции и против беззакония. В Варшаве в эти минуты проходит траурное шествие. Ее звали Лиза в честь белорусской девушки, изнасилованной и жестко избитой в конце февраля в центре города. Лиза, фамилию девушку, семья просит не называть. Она скончалась в больнице. Это вызвало в Польше большой резонанс. И прямо сейчас давайте посмотрим на кадр прямой трансляции, что происходит в Варшаве. Вот вы видите, довольно большое шествие сейчас идет по центру города. Давайте послушаем, если у нас есть такая возможность. Нет, сообщают мне режиссеры, что звука нет у этой трансляции, но в любом случае вы можете оценить масштаб, как много людей сейчас идут по одной из центральных улиц Варшавы. Ну и вообще, через пару минут с этой акции к нам в эфир выйдет корреспондентка телеканала «Белсат» Алла Перумова. А пока давайте посмотрим сюжет Катерины Кочкиной, которая расскажет подробности этой трагедии. На улице Журавия, в самом центре Варшавы, стихийный мемориал. Цветы, свечки, фотография молодой девушки. Ее звали Лиза. Лизе было 25. Она приехала в Польшу из Беларуси. По словам ее партнера, она бежала из страны после протестов 2020 года, как и многие другие белорусы. Партнер Лизы – Данила из Мариуполя. Они жили вместе больше 3 лет. 25 февраля у лестничной клетки дома в Варшаве нашли обнаженную девушку без сознания. Ее изнасиловали и пытались задушить. Несколько дней за ее жизнь боролись врачи. Но 1 февраля Лиза умерла от полученных травм. Варшавская полиция задержала нападавшего через несколько часов после того, как нашли Лизу. Ранее он был судим за мелкую кражу и хранение наркотиков. Мужчина забрал Лизин телефон и банковские карты. Кроме того, полиция сообщила. У него дома нашли литературу на тему убийств и изнасилований. Нападавшему предъявили обвинение, ему грозит срок вплоть до пожизненного. Жителей Варшавы потрясла не только жестокость преступления, но и то, что никто не пришел Лизе на помощь. Когда ее нашли, было уже слишком поздно. Не можем поверить, что в центре города изнасиловали и убили девушку. Нужно, чтобы люди в первую очередь реагировали, когда замечают, что кого-то обижают. А во-вторых, нужно больше придать огласке тему изнасилования женщин. Я мам свой кабинет психологичный в У меня свой психологический кабинет в этом здании, и я поняла, что это могло произойти с одной из моих пациенток. Или это могло произойти со мной. За свою жизнь я написала много статей про безразличие, которое называется «эффект свидетеля», когда люди смотрят на что-то плохое, но не реагируют. Обсуждают в Польше и более глобальную проблему безопасности женщин. Замминистра юстиции Мария Эйхарт пообещала, что в стране ужесточат наказание за изнасилование. Изменится и законодательное определение преступления. Изнасилованием будет считаться любой половой акт без предварительного сознательного и добровольного согласия обеих сторон. Нормы в Польше должны будут соответствовать тем, что действуют во многих странах Западной Европы. По данным полиции, ежегодно в Польше происходит около 2500 изнасилований. Однако статистика польской национальной линии помощи показывает, что ежегодно таких случаев гораздо больше – до 30 тысяч. О большинстве случаев изнасилования не заявляют в полицию.
Корреспондентка телеканала «Белсат» Алла Перумова присоединяется сейчас к нашему эфиру. Алла, здравствуйте. Как проходит шествие и чего люди добиваются, кто пришел на него? Приветствую, Игорь. Приветствую уважаемых зрителей программы «Настоящее время». Да, действительно, сейчас мы находимся прямо в самом центре, в самом сердце польской столицы, где только что начался, собственно, сам марш. Люди двинулись по центральным улицам Варшавы. Люди, которые не безразличны, которые пришли поддержать память Лизы. Лизы, которой было 25 лет и которая погибла от насилия и удушения. Сейчас здесь собралось уже более 1000 человек, и это не только белорусы, это украинцы, поляки, люди, которые помогали, донатили на то, чтобы спасти жизнь Лизе, спасти ее здоровье, но, к сожалению, Лиза умерла, и польские врачи очень долго боролись за ее жизнь и здоровье, а теперь парень Лизы, Данила, открыл сбор на ее похороны, чтобы почтить память, чтобы помочь юридически ее родственникам справиться с этой трагедией. И действительно, люди, которые сюда пришли, они пришли с плакатами, они пришли со свечками, с цветами, они солидарны в своем горе, к сожалению. И сейчас рядом со мной находится хороший знакомый Лизы. Саша, тебе слово, можешь, пожалуйста, подойти к нам в кадр? Да, скажи, пожалуйста. Добрый день. Да, не сказать, что у нас есть. Плохо слышно, да. Саша говорит о том, что Лиза – это не очень близкая его подруга, но действительно он пришел почтить ее память сюда, здесь, и он в этой солидарности помогает люди, помогает это сплочение справиться с этим горем, действительно. Саша, спасибо тебе большое, да, за комментарий. Жаль, что не очень хорошо слышно, к сожалению, должны работать в таких полевых условиях. Да, действительно, сейчас открыт сбор на поддержку родственников Лизы, и этот сбор, он буквально за сутки было собрано нужное количество денег, и по нашей последней информации, 14 марта Лиза будет похоронена в Варшаве, сюда приедут ее дальние родственники, дяди, двоюродные братья. К сожалению, она не очень поддерживала связь напрямую с родителями, но действительно, она будет похоронена в Варшаве по польским традициям, в закрытом гробу. И сейчас эти люди, которые организовали этот марш, они просто немножко раньше, вот буквально пару минут, они кричали здесь, потому что вышло так, что Лизу никто не спас, ей никто не помог, потому что она молчала. Потому что жертва насилия, она не обязательно должна кричать, она может молчать. И поэтому в честь памяти Лизы, в память о ней, просто все люди здесь, они кричали. А что кричали? Какие лозунги, может быть, были какие-то призывы? К кому они обращаются в первую очередь? На самом деле, да, люди приходят с плакатами. Очень много плакатов можно увидеть на разных трансляциях. Люди действительно кричат «Остановите насилие», «Хопить гвалтить» и так дальше на разных языках. И люди просто кричат так, как кричала бы жертва насилия в любом месте, любая женщина, которая могла бы этому подвергнуться. И этот марш, он не только в память о Лизе, да, действительно, в первую очередь о ней, но также это знак солидарности с каждой женщиной, которая была подвержена сексуализированному насилию. Алла, спасибо большое. Это была корреспондентка телеканала «Белсат» Алла Перумова. Благодарю вас за включение. И на этом все. Программа «Вечер» подошла к концу. Она доступна на сайте currenttime.tv и в мобильном приложении «Настоящее время». Также мы транслируем наш эфир в Фейсбуке и Ютубе, поэтому вы всегда можете смотреть нас там. Меня зовут Игорь Севрюгин. Я с вами прощаюсь. До встречи. Они расчищают место. Очень здорово. Не думал, что буду таким заниматься.
и обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы. Привычка нужна, но к старым бомбам лучше относиться с уважением. Работа со взрывоопасным. Сегодня будет обезврежена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой. Требует спокойствия. Миссия «Обезвредить».